стекло разбилось. Сука, убила. Тебя на холме? Угу. Ногу выбил. Еще стекло разбилось. Металл топнул, где-то он. Ага, за мусорку бежит. У мусорки Ань. К контейнеру с нычкой идет. А мне? Перебежал в кустики за магазин. С Ксюхой. На гранате примерно. Про тебя он не должен знать, по сути. И пойдет в сторону твою. Да, он в сторону трешки ушел. Слышу. Убегает трешка. Убил. Ой, как он долго впитывал. Ты побегаешь? Я бегаю по холму. Капец, громко. Но это MCX, это не Ксюха. Еще один должен быть, Ань. Чат, там же Ксюха была, мне что-то не показалось. Я так в сторону магазина с правой стороны иду потихоньку. Ты лучше не ходи, не то. Вот этот что-то стреляет по кому-то. К нам еще должны прийти люди. Ты ходишь? Я ради тебя жду песенка, да, окей. Я хожу, но я ушла к автобусу. Что, тут нету его? Трупика нету тоже, что ли? Возле автобуса уже? Нету, угу. Тут у тебя кто-то. Блин, ну Ксюха же забегала. Ой, я гляну, кто-то у нас все-таки победитель. Контейнеру с нычкой идет. А, нет, это MCX было. Он просто так багованно с ней бежал. Как будто это Ксюха у него в руках показалось. Какой-то Виблин, короче. Вибин. Тамачи и... Китайцы? Походу. Ну, один русский. Кто, Виблин, блин? Не, Инсек, я постоянно, короче, Инсек Юли такие вот. А, Инсек? Прыгал кто-то в трешке. Инсек, да. Я постоянно, что нормально прочитать не могу. В трешке прыгал. Я понял, а кто сейчас стреляет? Стреляет это другой. Двое стреляют. Да, я понял. Я в магазине, ко мне типы подбегают. Все, да ты где? Я у тебя в кустах. Встречай, идет он. Один от мусорки будет заходить. От мусорки я займусь. Встречай у себя, который. Да, он там у дороги что-то стоит, сейчас кусты не вижу. Двое у тебя. Я за магазин... Блядь, кто-то по металлу к нам. Босс спустился, сука, идет. Одного убил, второго хорошо, нет. Хорошо. Я у тебя. Убил второго. Ага. Теперь мусорка. Мусорка хая ушла. Трёшка еще не забывай. Да, убил. Убил трёху. Думал, это бот. Перезаряжается. Он уже немножко правее от мусорки, по-моему. Ох, бляха! Меня ранил греной. Ходи. Ну, в кустах, да? В тех же все еще где-то. По-моему, правее. Или там же. С третьего этажа с крыши посмотрю. Не спеши особо. Давай, спали меня, прям пусты мои, иди, глядина. К холму иду. Кто прыгал? Он. Блин, а где он прыгал? Это его одного? Я ему две дал.
Ходит, ходит, там же все еще. Там мусорка идет. Там же? Угу. Прыгает, в двухе уже кто-то прыгает. Кто-то выпрыгнул из двухи, оббегает со стороны забора двуху. Да-да-да, идет дальше к платнику. Так, я на хом верну. Может, он дальше перед нами? Либо убил, либо один хп. По-моему, он живой. У торца двухи в кустах. Да, живой, сука, кашляет. Грену ему туда даю. Орет опять. Еще грена туда дошла. А ты визуально не видел его, такой беленький чел? Нет, не, граната, подожди. Господи, этот... Я у забора. Все, в все. Сторону... Расчиль. Да, да. Сейчас обратно на холм. Что-то остался. В мусорке. Я же спасибо тебе большое за поддержку. Японец. То есть китаец, японец на первых местах, да? А третье место наш. Молодец. На топовых геймеров, конечно, он не сможет переплюнуть. Китайских. Вот как только прокачается до того, чтобы летать по небу, тогда пусть приходит. Кто ходит у магазина кусты? Он. Еще один? Значит, да. За мусоркой ходит. Я взял гранату и не могу двигаться. Блять, игра прекрасная. За мусоркой или у магазина? За мусоркой где-то. Хай я туда дал. Это все тот же сидит. Я попробую с остановки его посмотреть. Вряд ли ты увидишь остановки. Надо тебе оттуда с остановки хае кинуть ему. У меня уже нету. Потому что здесь у меня, считай, этот забор, и я не могу за забор ему прям закинуть. Сейчас я у чуваков гляну. Ой, давай. Я, по-моему, не купила. Кидаю вторую поближе. Туда ему. Ранила, ой, ранила, попала. Ранила. Также еще одну можешь? Нет, все. А если он крикнул, он живой, значит. Ты ему? Да. Я сейчас спрыгну, убегу в двуху. Ты ранила его. Ой. Еще раз? Еще ранила его. Я в двуху забегу, с двухи с окна его посмотрю, должен увидеть. Уходит. Нет, он не идет. По травке? Да, с стороны трешки. Дело. Вот. Ты видишь? Нет. Я в двушке. Твою мать. Вот я иду в кусты, мне магазин закинуть надо. Чё-то я вообще не вижу этого за мусоркой. Ты не могла убить его? Он в кустах прям где-то лежит. Прям в кустах. Там такие кусты. Хер чё увидишь. С моей стороны не видел, просто простреливал его, походу. С стройки кто-то в сторону двушки бежит. Угу. Ты в каких кустах?
холма. Подбегает кто-то ко мне. Пылушки. Зашел ко мне в пристрой. В двушечный. Челбот уже может быть, в принципе. Да, да, легко. Последний магазин закидываю. Сейф вроде открывает. Не челобот. Ключом? Ну, да. На улицу вышел. Убил. Я не убил, что? Теперь убил. Челобот, видимо, с ключом был. Не убивает никого. Да хрен его знает. Я БПХами, кстати, стреляю. А ты ППшками, да? Да. Может, мета? Видеть бы этого типа в этих кустах. Есть одна гранатка, сейчас принесу. Через дорогу ближе к остановке. Угу. Готовлю гранату. Шла. Граната хорошая, он не крикнул. Машина, давай на разу. Не знаю, я у кустов. Давай на размену, я разменяю. Постреливаю. Второй магазин заряжаю. Нет, только не убей. Я в кусты иду. В кустах вижу, труп какой-то лежит. Так, прямо у забора чисто. Не, тут... он где-то был с этой стороны. Вот, вот лежит, вот. Может, это он. Аня, ты убил его с этого, с МКСки. Просто рандомно залетело. Найс. Так, лутаю у трёшки типов. Да, сейчас это кино. Пожару. Челоботик тут ходит. Стиральная машина нужна? Видеокарты тут у него. Бля какой. Да ладно. Бля какой на выход шел. Че, мы всю карту убили, наверное? Сколько ты настреляла? Троих где-то? Троих, не троих. На холме, считай, одного, троих, двоих, да. Здесь. Посмотрим. И у меня четыре. Нормально повоевали. Хорошая. Аня, да, тоже стримит, Тимур. Леха, даров. Леха. Новые футболочки подъехали. Мега крутые. С
смотри какие. Видишь? Это уже вот. Плюс 100 к меткости дают чат, если что. Футболки. Ну, примерно так, плюс-минус. А вторые футболки вот такие, Лёх, смотри. Такие. У них на спине рисунок, а спереди только маленький логотип. На груди. Такой вот рисуночек. Помнишь, я тебе показывал, кстати, его? Вроде Бировец болтает где-то. Прыгает, как будто на улице. В окно, что ли, пытается вылезти. Да, он в окно пытался вылезти. Ай, упала, да? А, нет, не упала, норм. Крыша. Да, двое. Грену достает. Не, спасибо. Не надо мне ваших гранат. Кусты какие-то еще. Долг? Ёпта! Чат, вы прикиньте, кого мы нашли тут, блядь. Кого там боты пушат? О! Блядь, какой же хороший сервер. Ай-яй-яй. Кто-то двинулся сейчас. А, это кусты.
Сейфы открывают. В смысле? Ты живой остался? Как так? Служивый! Нет, ботик. Блять. Блять, два бота здесь еще стоят. Чел, выходи на крышу стоит. Я сейчас могу грамотно сделать, попробовать. Блять, вот этот бот, если от меня отъебется только. Мало, да, ботов? Надо побольше, чтобы стояло, мне кажется. Сейчас вот отсюда прочекаем. А, сидит, сидит. Оп, не сидит. Я же говорю, он там сидит. Они все так делают, всегда. А у меня CMS-ки нету. Ё-моё. Это плохо. Там сидит. Блять, кто-то крутится на месте. Это бот. Он там решил сесть, да? А слева тоже есть? Давай, давай, попади по мне. Бабуля. Блять. На кухне стоит. Тебе не стыдно стоять 30 минут, чел? Ему не стыдно, чел. Он даже молчит.
Никнейм свой быстро. Так вот и играют. У них все зависло, типа Juice Time сделали. Игра зависла, в смысле. Так они играют в свою игру раз в полгода, чё они удивляются. Это бета. Если не хотят, пусть не играют. Пойдет. Самое ценное — три глушителя. Остальное все так себе. Так, 4, 5, 6.